Это наши девчонки здесь. Опять сплетничают. Кажется, пока готов. Твоих собак напугают. Давай. А у меня дома есть кошка. Ее зовут Муся. Она такая ласковая. А у меня и кошка, и собака. А она не злая? Саша, Паша, ну попадетесь вы нам. Как классно Настя играет. Вам нравится? Мне очень нравится. Я вообще музыку люблю. Музыка – это хорошо, но я больше животных люблю. Кошечек, собачек. Всем привет! Какая классная собачка! А как ее зовут? Ее зовут Шармель. А какая это порода? Шпиец. Какая милашка! А можно нам ее погладить? Держите. Сейчас мы эту милашку нашей собачкой напугаем. Как бы ты сам не испугался. Мелкие знаешь, какие злые? Да ладно. Маленькой собачки испугались. Позорники! Давайте лучше музыку слушать. Мы вам покажем, какие мы позорники. Ты чего, Саша, задумал? Да просто пошучу. Настя, а для Шармыльки сможешь собачий вальс сыграть? Да легко. Собачий вальс исполняется впервые на этом рояле. Где собака? Парни! А мы откуда знаем? У нас вот своя есть. Куда вы дели собачку? А не надо было обзываться. Да ладно, не волнуйтесь. Здесь она, за дверью. Ее здесь нет. Она убежала. Что вы наделали? Я же не знал, что она такая бестолковая. Сам ты, Паша, бестолковый. Да ладно, не переживайте. Куда она денется? Сейчас мы ее найдем. А если не найдем, что будет? Надо искать Шармель. Давайте разделимся. Давайте. Мы в ту сторону, а вы в эту. А мы куда? А вы идите в туалет. А мы не хотим в туалет. Да просто проверьте, вдруг она там. Вот, а потом она такая... О, какая хорошенькая. А мы испугались. Я не испугалась. А что туда запрыгнула? Ну, просто куда все, туда и я. Ну что, нашли? Ее нигде нет. Мы ее не видели. И в туалете ее тоже нет. Мужском. Ладно, пошлите туда. Нет, на улице ее нет. Ну, конечно, как она выйдет? Дверь же тяжелая. Пошли обратно. Thank you.
какая малышка хорошенькая. А ты чья? Почему ты тут одна сидишь? Где твой хозяин? Никого нет. Ты ведь тут замерзнешь. Может, тебя с собой взять? Хотя, а вдруг хозяин вернется и тебя потеряет? Ну ладно, сиди пока тут, я еще вернусь. Не плачь, Алена, она обязательно найдется. Да как найдется, мы уже все обошли. Мы даже на улице проверяли, ее там нету. Туда она и не могла выйти. А вы бы лучше помолчали, это все из-за вас. Девочки, всем привет. Смотрите, какая красотка за мной вязалась. Шармель!